4-летние кустики Сиерры. Вот такая урожайность. Стоит у меня здесь 4 кустика. Все одинаково урожайные. То есть, как для сигнальной ягоды, то это достаточно нормальная урожайность для 4-леток. Ягода в прошлом году была ее меньше, она была крупнее. Здесь свежая пересадка, стоят на ярком солнце, поэтому в этом году ягода чуть-чуть меньше. По размеру где-то как железная гривна. Вот такие ягодки. По вкусу сладкая, мягкая. Сочная, не хрустит, то есть мягкая такая корочка, не чувствуется семечка. Немного в этом году не такой жароустойчивый, как в прошлом году. То есть есть легкое подгорание, то есть необходимо притенение, потому что на активном солнце горит. Так, показываю, какие есть встречаются грозди, так, чтобы веточки тут перепутались. Вот такие есть грозди. Пока для 4-леток вот такая формировка кисти. Здесь уже снято. Ну, достаточно такой, скажу, урожайный и средняя по размеру. Я думаю, что после высадки на постоянное место она себя проявит гораздо лучше, чем в контейнерах. Вот как-то в этом году у меня все-таки лучше себя ведут кустики на огороде, чем в контейнерах. Им не так жарко, лучше идет полив, и при капельном поливе уже нету даже подгорания. То есть я думаю, что в контейнерах даже вот это вот подсыхание листа может быть не только на солнце нагорит, а перелив. Очень сложно угадать вот эту вот золотую середину полива. Потому что кажется, что верх подсох, внутри сплошные корни, начинаешь рыхлить. И не совсем понятно, то ли ему не хватает влаги, то ли это уже перелив. Поэтому пока наблюдаю. Сорт, в принципе, мне нравится. Средний-ранний, то есть он идет сразу, дюк я уже заканчиваю сбор, вернее еще там может быть два раза буду собирать, уже трижды я ягодку собирал. То есть Сиерра идет сразу, так как она относится к средне-ранним сортам, то есть на уровне со Спартан будет ягодка. Вот так, пока оставляю у себя в коллекции этот сорт. В коллекции у меня уже 30 сортов голубики. И вот с 4 кустиков Сиерры я собрала вот такой вот урожай. Сейчас вместе с вами взвесим и посмотрим, сколько же дают сигнальные ягоды 4-летние кусты сорта Сиерра. И вот я специально на мисках всегда оставляю сколько грамм, чтобы потом удобно было взвешивать, потому что оттаривать не всегда успеваю. Переношу ягодку и взвешиваю. Так, вместе старой 2 килограмма 255 грамм. 255 минус 290 получается кило 965. Ну, будем сказать, скажем, округлим. Почти 2 килограмма дали 4 кустика. 2 килограмма делим на 4. Это получается сколько? По 500 грамм, по полкило дал 4-летний куст Сиерры. По размеру ягоды. Ягода в контейнерах. Контейнеры были, пересадка была ранней весной. Еще не заполнили. В принципе, питания достаточно. Ягода среднего размера. То есть не очень крупная. Я думаю, при высадке уже на огород в следующем году ягода будет покрупнее. То есть ягоду дала среднюю Сиерра. Теперь после сбора урожая я свои кусты активно продолжаю поливать, потому что спрашивают, поливать, не поливать. Конечно, растения мы поливаем весь сезон, пока они не ушли в спячку, пока не сбросили лист, пока нету заморозков, мы продолжаем ухаживать. И в августе 1 и 15 числа я начинаю готовить свою голубику к зимовке и к закладке цветочных почек. Это обязательное внесение фосфорно-калийных удобрений. На моем канале уже есть это видео, но там
так как я сопровождаю весь сезон, я повторяю это регулярно для тех, кто только появился на моем канале, для тех, кто еще не знает, как ухаживать за голубикой. И вот я все это повторяю, объясняю, что-то новое, что-то старое, что-то меняю, какие-то схемы обработки, подкормки. То есть все на канале, есть плейлисты, на которых есть разные темы обработки, подкормки, сорта, уход, малина, ежевика, гортензия. Все можно посмотреть в плейлистах. Всем хорошего дня. Вы были на канале «Голубика Днепр» у Леси и Сони.